Земля цвета. Читал много про вас, возникли вопросы. Большая ли вероятность то, что из косточек абрикосы вырастет язычок и будут ли плоды? Здорово, да? Я вот это все в отдельную папочку, в отдельную папочку. Вот, и мне бы электронный адрес бы прислала бы Ольга Исакова, я бы ей сразу раз там через это, Яндекс, ну, короче, выслал бы сразу эту папку, а там не только, там есть фамилия, есть дата, есть, ну, то есть, что это все не я придумал, и не из моего сада. Итак, что из косточек вырастет, не ничего, будут ли плоды? А, кстати, раз я тут уже раз 5 или 10 вспомнил Ольгу, а теперь буду сейчас вспоминать. Она, это ответ на оскорбление. Как раньше говорили, ответ на этот самый. Ладно, не буду это обидеться. Я пробовал сальфицировать яблоню, грушу, жду, что получится. Тесть ваш, ровесник, внимание, пытался семечек выращивать. Сказал, что 95% получит дичок. Не проще или надежно перевить черенками? Вы продаете черенки абрикоса, сливы? Да, продаю. Высылаю весной абрикосы и сливы, но заказывать их желательно ноябрь-декабрь. На один вопрос ответил. Теперь, значит, он имел в виду сертификацию не яблони, не груши, но раз вы упомянули 95% дичок, дело в том, что я что заметил? Даже культурные яблони, это отдельный разговор, мне стыдно, вот смотрите, вы что, зря что ли 140-й вебинар? Нет. Я показывал целый сад с этим, с оркестром, с агрономами. Посадили семена, ну, наверное, саженцы, но и семян. Я не присутствовал при этом, 30 лет прошло. Ну, Николаевка, сейчас сад жив, там процентов 70 живо. Погибли только те, которые в ямке эти посажены. А, Ольга Исакова. Так вот, значит, а остальные живы сейчас. Такие урожаи дают. Вот такие вот. У меня куча фотографий, я вам показывал. Все превратили в диски. Ура, Ольга! Ну, только это самое. Сейчас будете зараться, железо, вот такой пример привел. Дело в том, что из полукультурок получается или полукультурки, или дички. Ольга, ну, Елены нету тут рядом. Ну, должна была быть. Что-то, наверное, случилось. Она провожает маму и брата туда куда-то, обратно, в Красноярск. Вот. Мы расстались в Красном хуторе, это, у меня же прям в саду. Селфи делали. Вот. Это саженец, который вырастил Савинич, это который железо старше, который уже вот по такому принципу. Вот. Чтобы показать, что она уже вошла, как сказать, что она теперь уже не новичок. Вот так. И вот, значит, получается, что там они ранетки садили и думали, ранетки вырастут. Но ранетки и полукультурки почти одно и то же. Потому что у меня все бывали... Ой, нет, я вообще это рассказывал. В общем, получили дички, совершенно верно. Но если взять яблоко размером 500 грамм, а я такие вам показывал, и вот тут показывал, помните? И это у Чернобаева показывал, его поколение последнее из моих, подчеркиваю, из моих, моего материала. Вот. И ну, 300-400-500 грамм. Не могут вырасти дичок. То есть суперкультурные дадут просто культурные, в крайнем случае полукультурки. Но они будут вкусные. Вспомните Курдюмова, который у него получалось так. Эти настолько оказались, деградировали. Вот эти вот, и по его словам, вкус картошки. А полукультурки держат вкус. Почему? У них кислинка. Но теперь берем полукультурку, семечками посадили, получили дичок. Или ранетку. Вы понимаете, к чему клоню? Тенденция к деградации есть. А что сделал Железов со своей единственной ранеткой? А, правильно. Я привел туда 3 сорта вот таких вот, один из них богатырь. И я до 35 лет существования сохранил вот эти, у меня есть фотографии, ну, не тема, я вам показывал. Стоит Савинич Леонид Александрович. У меня в руках прекрасные эти самые, даже стыдно назвать ранеткой, скорее даже полукультурки. На 35-м году жизни. Как? Внедрение. Ольга Исакова, напрягись, может быть, даже ручку возьми. А вдруг все способны учиться?
а не просто отрицать все с порога. Внедрение, уже не наслоение ментора по железу, это дальнейшее, а внедрение, насыщение ментором. И когда я внедрил туда три, и у меня они плодоносили, целые ветки есть, фотографии есть, вот эти вот яблоки, ранетка перестала дичать, хотя была из семечки. То есть, можем, если захотим.